Ты защищаешь убийц, насильников, врагов народа и всякую другую мразь. Нет никаких врагов народа. Есть обычные люди, и они имеют право на справедливый суд. Московский областной суд установил, что предварительное следствие велось необъективно и с нарушениями закона. Можем ли мы допустить, чтобы пострадали невиновные? Для чего это нужно было следствию? Я не убийца. Мой внутренний закон говорит мне, я виновна. Мне очень жаль, что я это сделал. Ваш сын. Саш. Мне не нужен адвокат. Уходите отсюда. Можно я прошу вас маме моей передать и сказать, что у меня все хорошо? Вы умный молодой человек, подумайте. Почему все дела цеховиков заканчиваются расстрелом? Боря, я ревнивая жена. Я однолюб и верный муж. За такой женщины стоит и подраться. Я вижу, ты меня любишь. Любишь меня, а не дурачка своего деревенского. Три класса церковно-приходской шкалы. Возьму за дело Журавлевой и выиграю его. Я больше так не могу. Будьте вы прокляты. Что вы делаете? Я все умру. Нила! Простите. Никогда высшая мера для подзащитного не будет для адвоката лучшей. И если вы так считаете, то вам не место в профессии.